Всем привет! Недавно на канале произошло событие, для меня очень яркое, но я думаю, что по количеству ваших поздравлений для вас это событие тоже является значимым, тоже ярким, потому что все-таки мы вместе с вами, я стараюсь преподносить информацию более подробно, более открыто и то, как я умею. Яркое событие, естественно, ознаменовалось. Я в этот же день поехала и купила на 100 тысяч подписчиков моего канала себе яркую орхидею для того, чтобы она мне всегда напоминала, что эта орхидея появилась у меня в коллекции именно на момент 100 тысяч подписчиков на канале. Я, конечно же, всех нас с вами поздравляю с вот таким вот, ну, подобным достижением, я могу сказать. Ровно, практически ровно через год, 8 месяцев и 3 дня на канале цифра подписчиков стала равной 100 тысячам. Вы знаете, я вам могу сказать такую интересное событие очень. Как раз буквально где-то в 10 часов вечера накануне 100 тысяч подписчиков я, естественно, мониторила эту цифру. И, вы знаете, я уже ходила, настолько уставшая была, думаю, ну все равно надо дождаться. И, вы знаете, все-таки сон овладал мной, и я вот, к сожалению, да, я постоянно мониторила, каждый час я делала обновление количества подписчиков. И, вы знаете, я благополучно уснула. Я спала таким сладким сном, вы просто не представляете себе. И на утро, когда я проснулась, я открыла свой планшет, YouTube Studio, и поняла, что я проспала это событие. Самое интересное, что супруг и сын, они друг друга поздравили с этим событием, хотели меня поздравить, но они поняли, что мама, достигнув 100 тысяч подписчиков, так устала, что просто-напросто, вот знаете, меня Морфей мной овладел. И я с таким удовольствием сладко поспала эту ночь, и утром проснулась и говорю, ну как такое произошло? И я, вы знаете, я так хотела сфотографировать вот эту единичку с 5 нулями, но, вы знаете, что не делается, все делается к лучшему. И поэтому вознаменование 100 тысяч подписчиков, яркого события для меня в том числе, я прикупила себе вот такую красотку. Я вам сейчас покажу, что это за орхидея. И мы вместе с вами сравним ее с кое-какой орхидейкой, которая находится у меня в коллекции достаточно давно. А почему сравним? Вы знаете, когда я ее покупала, я думаю, есть у меня такая или нет? Уж дюжа она похожа на одну из моих орхидей. Но приехав, сравнив этих двух красоток, я поняла, что я сделала не зря, что прикупила эту орхидею. Это совершенно другая орхидея. Она не похожа цветением. Что называется, найдите три отличия. И я их нашла. Показываю вам красотку. Яркая орхидея к яркому событию. Эта орхидея, посмотрите, какая она прекрасная, прекрасница, просто яркая, обалденная, замечательная деваха. Вот, и называется она, знаете как? У нее есть маркировка на горшке. Смотрите, здесь плохо пробиты буковки, но я вчера взяла лупу и прочитала. Она называется Asian Sun. Это азиатское солнце, либо солнце Азии. Вот такая красота на 100 тысяч подписчиков зрителей моего канала я прикупила. И, конечно же, вы знаете, нет у меня, вы, наверное, заметили, да, что нет у меня на канале каких-то призывов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчики. Я, вы знаете, стараюсь работать для вас и анализировать те результаты, которые я получаю, те комментарии, которые ко мне от вас приходят, обратная связь наша с вами. Я это понимаю, знаете, вот
переосмыслив, да, именно принцип ведения канала, я понимаю, что я нахожусь именно на том правильном пути, который нужен вам в моем изложении. И что действительно то, что я показываю, показываю лишь только то, что умею, и те результаты, которые получаю. Они вам нужны, мои советы вам нужны, я очень вам благодарна за это. Я нас вместе с вами поздравляю и желаю нам вместе с вами больших достижений в выращивании наших красоток, восхитительных таких вот эмоций, ярких моментов, которые нам дарят наши любимые растения. Давайте я вам покажу корневую систему солнца Азии, орхидейки, азиатское солнце, солнце Азии, как угодно можно ее назвать, Asian Sun. В принципе, корневая неплохая, но я когда ее прикупила, естественно, она была в транспортировочном пакете, она была залита, горшок. Вот я ее вчера прикупила, сегодня снимаю вам видеосъемку и показываю, знакомлю с новой красавицей. Вы видите, что корневая, ох-ох-ох-ох, у нее на поверхности хлюпала, просто хлюпала. Как я спасаюсь? Вы знаете мой принцип такого вот осушения горшков быстрого. Это очень хороший, знаете, помощник, вот такой вот, казалось бы, взять хорошо. Салфетки, хорошо впитывающие влагу лишнюю. Я беру, как правило, кухонные полотенца. Они очень хорошо на себя оттягивают воду. Всегда я ставлю орхидею на ночь уже без пакета. Никакого пакета, потому что она мокрая. На поверхности корни аж блестели от воды. Самое интересное, что пакет, я специально ее достала, уже не стала вам в пакете ее показывать, пакет на дне, он был запаян, то есть не было вот такого вот открытого пространства для хотя бы вот этих вот дренажных отверстий в горшочке для корней. Поэтому срочно достала, буквально вот за минуту вот пришла, все извлекла, поставила на вот такие спаренные вот эти вот кухонные полотенца. Вы знаете, она моментально оттянула воду. Полотенца стали мокрые, вот эти кухонные. Я поменяла их и на ночь еще поставила на новые вот такие вот свернутые пакетики в 4 раза. Вернее, салфеточки. Вы знаете, отлично. Вот, как правило, у меня очень часто задают вопросы: Ирина, ну такие залитые орхидеи, ну что с ними делать? Многие, знаете, пугаются и начинают вытряхивать растения, вытряхивать грунт, стараться там быстрее-быстрее просушить. Есть вот методы. Мне, кстати, зрители канала писали: Ирина, поставьте, попробуйте вот на рис, тоже очень хорошо оттягивает. Но, знаете, мне жалковато рис использовать. У меня есть свой вот такой проверенный метод, который замечательно убирает лишнюю воду из грунта. Могу сказать, вот сейчас держу горшок, он деформирован вот в этом, вот в этой плоскости, он похож на овал. Почему? Потому что я вот прям чувствую, вот здесь он как приплюснут корневой системой, а здесь он распирается корневой системой. То есть, ну, замечательно все. Сейчас, естественно, я ее пересаживать не буду. Сегодня начался уже распуск последующего бутончика вот этой вот моей красоты. Вот этой яркой красавицы, солнышко, которое было куплено мной на наш канал. Посмотрите, как выглядит красиво, вот просто красиво тыльная сторона цветка этого. И это что-то невероятное и необыкновенное. Я когда увидела, думаю, боже, какая красавица. Покупала, мы были вместе с сыном, был там еще бордовый такой биглип, похож чем-то на абу, но он не это не аба была. Это скорее, знаете, вариация орхидеи Дебора, но с оттопыренной большой губой. Вы знаете, я не знаю, вот меня как вот что-то повело. Мне сын говорит: мама, если тебе нужно на яркое событие яркую орхидею, то это только она. И, естественно, я с ним согласилась, думаю, биглип вот такой вот бордовый я еще себе прикуплю. Вот, но вот эта красавица, она просто меня поразила своей красотой. Вот таким крупный цветок. Размер цветка я вчера померила 10 сантиметров. Она будет в домашних условиях еще крупнее цвести. Уж поверьте мне, я знаю, про что я говорю. Сейчас мы вместе с вами. Вот, кстати, макушка хорошая, да, листики хорошие. Вот она, листики, сама
сама листовая розеточка. Производитель Optimal Care of the Orchids. Самое интересное, что... Опять спросите цену. Ребят, девчат, ну цена... С одним цветоносом хорошего растения с хорошей корневой системой я могу сказать, что она вполне адекватна. Я за нее отдала 850 рублей. Тут никаких нет тайн. Вот за что покупаю орхидейки, ну вам все суммы озвучиваю. Давайте мы сейчас вместе с вами, я переведу видеокамеру вот на ту красотку. Вы, наверное, подумали уже, наверное, поняли, с какой орхидеей я буду ее сравнивать. Обязательно сейчас поставлю двух красавиц рядышком и покажу именно цветение. Но, опять-таки, вот в полноту сравнить не удастся, потому что моя орхидея давняя, которая давно цветет, она уже из-за активного такого света начала немножко терять в окрасе, именно интенсивность окраса лепестков. Но все равно мы вместе с вами полюбуемся сейчас двумя нашими рыжухами и одновременно сравним их цветение. Вот они, посмотрите, какие красотки! Рыжие, радостные, восхитительные, изумительные. Вот они, посмотрите, какие красивые. Правильно, вы, наверное, догадались, что я ее собиралась сравнивать с орхидеей «Золотая рыбка». Но это совершенно другая орхидея. Вот она новая, рыженькая. Во-первых, крупнота цветка. Да? Вот эта орхидея 8 сантиметров, вот эта орхидея 10 сантиметров. Рыжий окрас. Я понимаю, что она недавно только стала распускаться. И, конечно же, пока... Она не теряет интенсивности окраса. Золотая рыбка, как правило, она всегда распускается вот, более рыжая, очень похожа вот на эту орхидейку. Но когда я стала рассматривать, смотрите, вот характерная, конечно, такая венозность на лепестках, она присутствует. Но совершенно разные губки. Вот поначалу казалось, когда я ее поднесла, мне показалось, что они одинаковые. Нет, они не одинаковые. Вот этот неоновый носик, глазик, как угодно можно называть, он, конечно же, чем-то, вот они, да, вот эти пипочки, я их имею в виду, конечно, чем-то они похожи. Также расходится неоновый контур, вот такой вот, по краям. Повторюсь, орхидея уже выцвела, моя рыбуха золотая, golden fish. Кто-то мне писал, что, Ирина, это не golden fish, а golden, по-моему, brick, что ли. Вы знаете, нет, это орхидея golden fish, потому что я ее покупала с маркировкой на горшочке. Поэтому я уверена в 100% варианте, что это орхидея golden fish, золотая рыбка моя. Вот, а вот эта орхидея Sunset, начинаешь венозность рассматривать, в принципе, тоже чем-то похоже, да, но губы разные. Вот у этой орхидейки створки, вот этой губки, они более одинаково покрыты цветом. У моей вот красотки, вот этой fish, golden fish, у нее створки начинают перерастать в оттенок более светлый относительно нижнего уровня. Вот такие красавицы. Ну и понятно, да, форма листков, кстати, у них, листьев, самих листьев, отличается. Я сегодня сравнила форму. Вот у моей golden fish, у нее, знаете, какая миндалевидная форма. Здесь вот она скорее более вытянутая. Вот у, видите, вот такие листочки. Пока компактная розетка, но я знаю, что это только пока, потому что орхидеи в моих условиях вырастают тетями лошадушками невероятно красивых крупных размеров и способных обалденно и красиво цвести. Ну, вот как бы вы сами все прекрасно видите. Вот, кстати, вот этот не сильно выгорел. Вот эти цветочки повернуты к естественному свету, к окну, вот, который сзади меня сейчас располагается. Они более выгорели. Вот этот нет. Видите, вот разница видна вот с этим цветочком. Ну, вот такие красотки. Смотрите, Аравелла, какая красавица, да? Тут же моя golden фишечка, моя рыбочка, я ее обожаю. И вот теперь у нас еще пополнение в коллекции рыжих оттенков, красивых солнечных цветов. Это орхидея Asian Sun, солнце Азии. Ну вот,
что я сегодня вам хотела рассказать и показать. Смотрите, какая прелесть! Красота! Мне так она нравится, и, вероятно, она мне к лицу. Все, ребят, девчат, вот такое видео на эмоциях. Знаете, я, конечно, нахожусь в какой-то такой вот эйфории и очень благодарна всем моим зрителям. Спасибо вам огромное. Желаю вам здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь в еще более интересных видео. Всем пока-пока.